смотрю, Кися. Сейчас я тебе куплю покушать. Жди здесь, никуда не уходи. Сейчас приду. Обещаю. Подожди здесь. Какой взять? Моя киска любила... Ну, я ей сейчас не даю такой корм. Любит шебу. Шебу, но Вискас точно нет. А то вдруг заворот кишок будет. Ты мой сладкий сидел, ждал меня на завтрак. Короче, берем шебу. Лапочкой выскребаю. Ты что там выскребаешь? Все. Смотри, завтра приходи еще, да. Завтра встретимся здесь, да? Мой зайчик сладкий, маленький. Боже мой. Покушал? Давай теперь умойся. Умойся теперь. Завтра еще, да. Приходи еще сюда, да. Много сильно не надо за первый раз, ладно? Да? Хорошо покушал. Ты хорошо покисел. Посмотри, ну все, умываться начал. Все, сейчас будет уже хорошее настроение. Хорошего тебе дня. Кися, Кися, ты мой рыжий сладкий такой, боже с тобой. Знала бы, где ведь в клинику, я бы тебя отвезла бы, мой хороший. Понятия не имею здесь, где. Да, завтра еще дам, хорошо? Хорошо покушал уже, молодец. Молодец. Таких, конечно, котов в Стамбуле не увидишь. Ничего не скажешь, отмывает. Оказалось, он не накушался. Я пошла еще его купила и сыпала кормой такого. Рыжик надоедает, короче, свой завтрак. Все, за него не переживайте пока на сегодня.